Бля, не знаю, я сейчас от энергии, я выпрыгну нахуй просто со стула. Так чё, ролик, кем работаешь-то, блядь? Ты заебёшь. А стань человек, может он стриптизер, например? Ему неудобно же, блядь, говорить об этом. В смысле, ну охуенно, ебать. Русский Рикардо Флик. Ну, блядь, неудобно. Да, мэн. В смысле неудобно, блядь? В прямом, вот, ну я бы посмотрел, хули. Че, ты стриптизер, блядь, ты мне скажи. Нет. Ну как ты хуйня в игры играет, блядь? Конечно, тебе похуй вообще, АФК. Паш, спасибо тебе за пояснение, блядь, вот... Не благодари. Ты, как всегда, объясняешь максимально подробно. Он внутри заперся. Ебать. Чат. Тут твой, чат! Твой, тут твой еще чат! Чат! Ебать, чат! А, я... а вон он, бегут. Нет, параллельно. Вон там, вон он, где? Ну вот, где вон-то, блять? Вон, ебать. О, на мне чел, ебать. Ну вот он, ебать, вон он. Вон он, бля. Ну тут один еще где-то челкс. Челкс. Хуй на него. О, ля, лежит, как, блять, красиво. Понял. Тайный краб, блять. Ага. Так, ага. А, ну чё, рус? Ага. Понял. Бля, я за ним посмотрю, пожалуй, парни. Ну, поучусь играть, хули. Поучусь играть, хули. Так, а нахуй ему сканер с него в ВХ, блять? Так а чё, выводите, блядь. Не, я хочу поучиться, блядь. Вот это им, блять. Пиздец, какой же ебаный урод, нахуй, сидит за компьютером. Бля, ну там примерно вот такое лицо, блять. Примерно так это себе представляю. И он сидит, блядь. Сейчас сожгу его! Блядь, сука. Проеби. Браво, браво, браво. Браво, блядь. Да как, блядь, проебал-то нахуй? На сайте было написано 100% вин всегда, блядь. Ну, я думаю, например, одно из трех игр это норма. Особенно, когда 150 лайв, блядь. Ну вот я про то же. Потому что если, например, тот же КС сравнить, блять, там из катки в катку можно читер ловить, а там всего 10, сука, игроков. При условии, что ты один из них, блять, один из них ты, их 9, считайте. Я победу. Мама же говорит, что... Нихуя, Паша, блять. Тихо, ты... Ты что, вертолеты ненавидишь, блять? Устранить ее. Да, блять, чел, дай... Нахуй ты это делаешь? Нихуя ты ему въебало там высунул. Где? Нету. Машину нашу гнали. Гений, блять. Блять! Гений. Блять. Гений, блять. Нахуя пиздится, правильно? Он может съебаться всегда, anytime, блять. Стритрейсеры, блять. Да, блять, нахуй! Вы чё делаете, блять, руинеры, пиздец? Я, блять, сейчас бы чел на баге поймал, блять. Фал по 3 патрона, ебать, не, чё курил, фал... блядь. Чел, смотри. Слушай. Все, ага. Ты быстро стреляешь, блять. Осторожно, газ приближается. Он в ноке. Блять, ну вот нахуя! Нихуя, он ее кинул. Понятно. А, охуенно. Ебать, блядь, он ее кинул, вообще он даже... хуй пойми куда. Да, блядь. Не, сишки надо нервничать нахуй, пиздец. Сбривай его нахуй. Давай. Так нет, ты сбривай. Ну ладно, я сбрею. Нет. Уничтожена. Хорошая работа. Ветеран тут, блядь. Ебать, нихуя себе. Это что за, блядь, мастерский эйрстрайк, блядь? А можно мы такие же точки будем давать, чтобы челом не писало, что летит точка? Что надо для этого сделать? Ну, прежде всего, наверное, консоль, да, купить? Вкинуть денег 1010, наверное, рублей, блядь, да? Там еще пошули хуй. Алло, ваф-ваф! Ваф-ваф, блядь! Что, вы создали билды? Ваф-ваф. Ну я сделал себе то, что я хотел. Было чё, больно, кого... блядь, поинты вкидывать. Кого, блядь, хотел? Я смотрю, ботинки 35 телвин, блядь, все понял. В смысле? Ты думаешь, у меня не будет таких ботинок? Да это изи пиздец, при чём тут? А чё ты тогда осуждаешь, не понял? А чё ты сме... Блядь! Сука! Блядь! Сука, Паша!
Блять, вот Паша может выбесить. Паша может выбесить, не делая нихуя вообще. Просто, просто АФК сидеть. Блять. Ебать, ты сорвался нахуй. Бля, я посмотрел вообще охуенно, чел, я ебу, блядь. Блядь, ебать, ты лопнул, чел. Так, блядь, конечно, он лопнул, нахуй. Я, блядь, сорвался от тебя, блядь, ты хуйню какую-то несёшь, блядь. А можно посложнее оппонента, пиздец. Оппонент, зайди в пати, блядь. Это калаш пиздатый, который у тебя. Расчленением. А всё, я успел, всё, я модник, нахуй, теперь. Осуждаю, кстати. Осуждаю расчленение. Чат, не расчленяйте, да. Никого нахуй. Долбоёбы нахуй. Только курочку. Ну курочку можно, блядь. О, блядь, я бы сейчас эту курочку нахуй расчленил. Ёбан. Бам-ба. Крылышко под ребрышко. Кожицу нахуй зажарив. И вот сейчас я пожарив окорочка. А как пахнет. Сука. Прямо на дно, ног на дно. Блять, сэнпай хули, анимешная хуйня, блять. Блять, еле в прицел, блять, вошел, а хули. Я буду пилотом. Ебальник себе вызови. А почему я разбился, чат? Блять, почему? Мы сегодня с Пашули тоже играли в этот гримдаун. Друг друга пимав на бутылку, блять, ну часа два, наверное, просто нон-стоп. Ты чё там... Ты че там? Таня. Друзья, полетели. Ну-ка, боях. Куда ты, блядь, собрался, нахуй? Это, блядь, что? Охуеть. Фулл обрезанный скорейдж с прицелом, блять. А как с него стрелять? Охуеть, отдача такая, чисто, блять. Мог одно. Еще один там. Захуярено. Енотик, ты мою пушку Чел! Забрал, походу. Между РМ4 моя. А куда моя нахуй МП7 делась, блять? Она у тебя в руках, нет? Нет, это хуйня полная. Ты чё, за кого меня принимаешь, блядь? Нет, у меня МП5. У меня всё ок. Мне кажется, снайпер в этой хуйне внутри. А, вижу, да-да-да. На, нахуй. Нихуя. Понял. Так, ага. Ага. Так. Ясно. Там суперамериканские снайперы, блядь. На планете Земля еще не выросло столько деревьев, чтобы сделать из них бумагу и написать слова любви к тебе, счастья, здоровья, чтоб стык стоял и бабки были. Спасибо. Спасибочки большое. Сердечко мое, блядь, так ликует нахуй, блядь. Стал теплее в душе стало в 100 раз. Не голова. Это не голова. Это плечо. Это не голова. Это не голова. Нет, не голова. Нет, не голова. Нет, нет, нет. Как нахуй? Как? Каким, блядь, боком ты меня перестрелял со своей парашей, блядь? Блядь, так... Ну ни одного, блядь, ни одной пули в голову не попал, блядь. Ну как нахуй? Как можно, блядь, с Кригера перестрелять МП7? Не, я ни в одной пушке не уверен в этой игре, это просто пиздец. О, ну видишь какой, блядь? О, сука, красивенькой. Ну хуй знает. А ты какой-то хуесос, танкист какой-то. А я какой-то хуесос, да. Не понял. Почему? Что-то у меня скин дерьма вообще какой-то. А что у тебя за хуйня какая-то? Поехали. Блядь, ебать у него мало, чел. Вайп. Ебать, я одну пульку с МП7 попал. Одну. Опять комп начал жужжать иногда, ну ебаный. Да это видяха, типа, понял, она разгоняется, ну, в плане нагревается, и вентилятором да, нужно посильнее работать, блядь. И там начинается... Да-да-да, вот, да, вот так, ну, вот это... прям ровно так. Это норма. На пару секунд прям. Ну, это смотря какой ротор, типа, у вентилятора. Он бывает... Вот так вот схожен. Не, вот так. И опять дальше нормально, типа. Ну да-да-да, это все от этого зависит. Тут еще одно до. Да-да-да. Но кряк. Всыпали по первое число. Вау! Чат, есть вообще вариант, знаете какой? И мне, короче,
Надо сегодня ночью будет вот эти наушники проверить. Но анбоксинг можно прям на стриме устроить. Я фулл-вебку включу и распакуем эту сосочку, ебать. Эту девочку, ебать. Да, для тех, кто не в курсе, вот новые наушнички прислали JBL на рекламу. Это JBL Quantum One. Как я понимаю, самые, блядь, топовые наушники у JBL, что есть вообще. Ну, я им сразу сказал, ребята, вы если присылаете наушники на обзор, то вам придется конкурировать с Audio-Technica AGX. Они такие, блядь, мы поняли. Все. Выходим. Здесь что здесь? Нок, нок. Ну я же низко был, бля. Еще нок. Парни, помогите чуть-чуть, ног, кряк. А, что? Я нихуя не понял, почему я умер, блядь? У меня сапер, перк. Даже если я под себя выстреливаю, у меня фулл хп стоит. Чатик, мне тут на пробу привезли вот такую охуенную штукенцию. Ебать вкусненько, пиздец. Рекомендую. Сегодня с утреца тоже бахнул на завтрак. Крутая штука. Ой, ебать. Да, привезли недельку назад, я уже там что-то патч 5 выпил, нахуй. Это, кстати, предпоследняя. Да, конечно, чат на правах реклама, но это действительно пиздатая штука. Очень вкусная, а главное, пиздец какая полезная. Просто ёбнешься вообще. Называется Борхес. Лактозная, ну давай узнаем. Напиток на основе миндаля и риса. Борхес Ультра Райс энд Даймонд Дринк. Безалкогольный, негазированный, на растительном сырье. Вода, рис, миндаль. Гелановая камедь, морская соль. Сделана в Испании. Может содержать следы орехов. Жень, Борхес это соевое молоко? Да, ебать оно вкусное вообще, пиздец. Мы просто с женой другую фирму пьем. У нас такого не продается. Ну, я, когда к нам, ну, вот, в Unique Borges пришли с рекламным предложением, я это вообще впервые, типа, слышал. Mm-hmm. Похуй, привози, блядь. Ну, хавка, типа, нормально, питьё. Нормально, очень вкусно вообще. Безлактозное получается. Ну, да, соевое же идёт. Мы тоже покупали какое-то вот недавно. Дорогое, ну, относительно, но вкусное тоже. Заказать можно? Нет, тут, к сожалению, самим искать. Тут, в случае, как с Невей, не получится. Сука. Чё, блядь? Хуярит. Блядь. Чё залез? Нормально, уебал. Он выживет, то вернётся на фронт. Попал! Я в вертоль термитом попал, но, сука, он не сгорел. Деньги давай. Цель на ликвидацию подтверждена. Разрешаю. Охуенно скинул, блядь, какой же ты гениальный. Сука, вот ты можешь, блядь, ой, блядь, ну, заебись. Ну ладно, хватается. Просто заебись вообще. Блять, ну вот как я могу мискликнуть в такой-то, блять, ситуации? Сука, блядская гандон. Ой, блядь. Все. Ну конечно, ебать. Справа уходит. Да вставай, блять, быстрее. Вай, бичес. Да, я нажал. Блять, ты заебешь нахуй. Я нажал. Да ты заебёшь нахуй, да? Я нажал, джейс. Ладно. Ты один там ловит. Что, блять? Там еще подсосники пришли. Да. Обратно. А, меня вообще другой чел убил, да, блядь. Да. Ясно. Тут как бы, если чё, чат, чтобы вы понимали, насколько это вкусная шняга. Это шестая пачка за неделю, блять. Дай мне деньги, дай мне армор пил. Надо мной один. Угу. Вайп. Точка. Охуенно она меня задела. А меня-то как, блядь? Слушай, интересные быстро, домики, блядь. Да как ты, блядь, перестреливаешь-то меня, ну? Тебе не с кем сражаться. Изи. Идут, ебать. Стрела. Нихуя. Грау берем. И пепу еще. Датчик еще давай. И хаешечку. Все, сидим дальше. Вот так вот теперь так. Блять, сканирую. Оп, ага, так, еще вот здесь вот просканирую. Ага, так, ага.
Вы вошли в десятку лучших. В десятку лучших вошли, блять. Десятка лучших. Let's celebrate and suck some dicks. Ошибка? Ошибка считается? Не, не уходи, нет, 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 блядь, нет, блядь, 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 извините, извините, парни. Ой, блядь, ебать. Сука, пиздец, я никогда в жизни так не волновался. Меня аж трясти начало, пиздец. Бля, быстро же круг на меня. Нормально, нормально, все, сидим. Я вон туда в угол пойду сидеть, вон туда в угол пойду сидеть. Ну нахуй. На, трави. Справа. На. И этого, нет! Сюда, блядь. Ложки, блядь. Просто скилл, ультра скилл, блядь. Блядь, какая конченая игра, бой. Уф, вот эта игра. Там, блядь, столько волнений, блядь, пиздец. Эсь Кузьмуа, прощу прощенницы, ёбаный рот, значит. Значит, да, я же, блядь, сегодня обещал. Unboxing, like, опа, открываем здесь, like... Наушник, скс. Значит, эту хуйню ебать. Кикает нахуй. Тут клейкая параша, которую надо отодрать, блядь. Да сука. Нахуй, на совесть приделали, блядь. Ёбаны. Ещё одна клейкая параша, блядь. О, да, отодрал эту сучку, блядь. Значит, берем хуиндук вот так вот. Хоба, хоба. Америка, Европа. Так, а что у нас тут? Тут еще какая-то коробочка маленькая, типа комплектация. Комплектация, значит. Микрофон like. I like microphones because of it. Вот это вот kinda висящая параша. You know, like kinda студийный микрофон is a piece of shit. Because половина твоего фов тупо загорожена этим fucking елдаком. You know, it can't see your monitors. А, нихуя тут хитро выебанный майк. Нихуя тут разъемчик, блять. Ну этот мини-джек, а верхний, че это такое? Верх, это типа, не видно, чтобы контакты какие-то были. Может, просто держатель, чтобы покрепче, типа, держалось. Так, это нахуй. Тут сзади вот такие, блядь, закрывашечки. Ну, темно, темно, да, темно, да мне похуй. Что за уши? Quantum One, JBL. И вот, собственно, вот такие уши. Ебать, они что-то здоровые, пиздец. Ебать, они что-то здоровые, чат. Ну-ка, как на башке сидят, надо попробовать. Слушай, блядь, ну, сели как влитые, вообще как влитые, нахуй. Да, вот так микрофон вставляется, микрофон туда-сюда, пожалуйста. На наушниках тут какие-то, блядь, кнопки надо почитать. Регулятор громкости, мут микрофона, разъем для пульта, я так понимаю, в комплекте идет вот такой пультик. В комплекте вот такой пультик идет. На самом пультике регулировка звука, что ли? Хотя тут иконки типа геймпад, а другая иконка это типа человек. Я хуй его знает, что это, блядь, такое. Наушники USB-шные. А, наушники USB-шные, понял. Ну это, походу, на драйвер будет какой-то качать. Тут моя звуковуха уже будет ни при чем. В комплектации нету мини-джека, чтобы подключить к своей звуковухе. И как я считаю, это недостаток. Если у тебя пиздатая звуковуха, и ты ее не можешь использовать, покупай наушники. Это не очень хорошо. Вот так вот, блядь, ну-ка. Это шо прям вообще для дебила, блядь. Ну типа... Бля, ну дизайн у этих наушников значительно интереснее, чем у вот этих. В чем, собственно, суть? Рекламная кампания должна стартовать не со мной одним, а сразу же с несколькими стримерами, поэтому я не знаю, когда я в них буду сидеть играть. По удобству, блядь, амбушюры пиздец мягенькие, нахуй. Как будто, блядь, я даже не знаю, с чем сравнить. Блядь, вот эти подушечки, знаете, с холодным гелем. Блядь, вот такой же комфорт примерно. Ну, тут не холодный гель, просто, ну, комфорт. А вот душка верхняя, блядь, она что-то, ну, такая, немного неприятная, блядь. Эту-то хуйню, вот эти хуйности я вообще на башке не чувствую. Душечка-то, блядь, ну, ты прям ее ощущаешь, что она у тебя на башке. Вот теперь...
Я на сегодня точно все. Спасибо вам. Счастья, здоровья, благополучия. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.